И немножечко о безопасности. Telegram раскрывает точный адрес пользователя, если он активирует функцию «Люди рядом». Данную уязвимость обнаружил исследователь безопасности. Он сообщил о ней разработчикам Telegram, но те ответили, что у них нет пока планов ее исправлять. По умолчанию функция «Люди рядом» выключена. Когда пользователь активирует ее, то его географическое положение могут видеть контакты поблизости, у которых тоже активна эта функция. Выяснилось, что в списках появляются те, кто находится в пределах 11 километров, но не более 100 человек. Поэтому, чтобы отключить, необходимо открыть Telegram, нажать на троеточие, выбрать функцию «Люди рядом» и проверить, включена эта функция у вас или нет. На этом все. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. До новых встреч!